Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и в прошлой серии я заметил то, что какой-то там чувак очень быстро разгнался на велике каким-то багом, и я не понимал, как это сделать для того, чтобы гонять на велике с такой же скоростью, там около 100 км в час, поэтому я решил узнать это и сам как-то догадался, как же нужно поступить, чтобы ездить с такой же скоростью на велосипеде. Короче, берем просто стандартный велик, арендуем, и... Вместо того, чтобы просто нажимать на W, как обычно, чтобы там часами добраться до одного, до другого конца штата, достаточно просто ехать на W. Зажимаем Shift, и в это время просто нажимаем вот так вот на Space. И вот. Вот уже 90 км в час. То есть это достаточно просто, и все, что нам нужно, это зажать на W, зажать Shift и зажать на Space. Да, тут очень хорошие люди играют, но все же... Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Надеюсь, это вам очень сильно поможет, пока вы новичок, у вас нет машины.